Швите, да? Это уже старый век. Кроме того, что вот то, что таблички прибиты к опоре деревянной, тоже не должно быть. Я понял. Периодически открываем. Системно нужно к этому вопросу подходить. Это раз. И второе. Хозяева там есть, телефоны есть. Вы соберите данные. Полиция обратится. Это все незаконное использование рекламы. Есть разные формы и методы. Если наступательно не идти, так и будет. Вот еще раз говорю, срок неделя разобраться. У нас во вторник будет тогда комиссия административная, чтобы максимально пригласить тех предприниматели, которые у нас размещают незаконную рекламу. Если, соответственно, даем возможность до вторника убрать эту незаконную рекламу, опять же, понимая сложность экономической ситуации. Но если не убирает, во вторник пригласит.